Полдень, 1 марта 2023 год. Закончилась очередная зима, так сказать. Через 20 дней наступит Навруз. Начнется очередной астрологический Новый год. У нас уже тепло, сегодня 10 градусов. Я долго не выходил, потому что у меня был кашель. Сейчас вроде бы немножечко закончился. Вот, прогуливаюсь на своем велосипеде. Настроение так себе. Причины говорить не буду пока что. Жена вроде пока еще не выбросила из квартиры. Но это я шучу. Все хорошо, все нормально. Вот озеро такое сегодня нежное. Вдали звучит опять очередная тревожная сирена. Не знаю, что там опять кого-нибудь убили или зарезали. Или просто пожар. А может, просто кому-то стало плохо. Весна, 1 апреля. Сегодня бы моей бабушке, русской бабушке, исполнилось бы. Она родилась в 1907 году. Ну да. В 7 году. 116. Столько людей не живут. Ладно, в голове особо мысли нету. Это был Федя Лапшинский из весеннего Чикаго.